Эстрадный танец – это особый жанр. В этом искусстве легко увидеть образ времени. Идейность, лаконичность, оригинальность, современность и доходчивость выразительных средств – вот в чем его сила. Коллектив эстрадного танца «Мистерия» отметил накануне свой первый большой юбилей – 5 лет творческой деятельности. По этому случаю на сцене Дворца культуры «Юбилейный» состоялся большой сольный концерт, который с такой любовью и большим трудом поставила руководитель ансамбля. Все номера, которые сегодня увидит наш зритель, сделала я вместе с нашими детьми. Трудно было? Впервые у вас такая объемная работа? Да, сначала очень переживали, да и сейчас еще нам мало лет, поэтому волнительно, и вот скоро выходить на сцену, но надеюсь, что все получится. И, конечно, у них получилось. Яркое полуторачасовое шоу. С первого взгляда и не поймешь, что это не профессиональные танцоры, а обычные школьники, которые посвящают танцу свободное от учебы время. Почему любите танцевать? Там весело. Я думаю, что это гибкость, ловкость, умение что-то делать, там танцевать. Это танец, движение, спорт. Я пришла сюда 2 года назад. Пришла в 13 лет. Пришла, потому что мне очень понравился руководитель, очень понравились девочки. Поэтому я здесь осталась и танцую по сей день. Я пришла 4 года назад, мне тоже было 11 лет. Мне здесь очень-очень нравится, здесь очень приятные люди, очень дружный коллектив у нас, и очень хороший руководитель. Трудно было начинать выступать, потому что мы не такие были раскрепощенные, больше боялись сцены. Вот когда все это на тебя светит, ты не знаешь, что можно ожидать. Язык эстрадного танца возникает в результате скрещивания разных танцевальных систем. Здесь можно поэкспериментировать с джазом и поп-музыкой, и даже включить элементы современного танца. На сегодняшний день в эстрадном коллективе «Мистерия» занимается уже более 60 человек в разных возрастных группах. И в этом году впервые прошел набор в подготовительную группу самых маленьких участников ансамбля. Татьяна Колганова, Владислав Максимов, новости из «Искра-Вект».